обсуждали на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и реализацию поручений губернатора, выданных им в ходе рабочей поездки по Балаклаве. Среди выполненных с конца августа задач – перенос автобусной остановки и создание перехватывающей парковки в районе улицы Новикова. Ваши поручения все выполнены. Выехали на место специалисты, обследовали место, и работа на сегодняшний день закончена. Остановочный павильон перенесен. Было еще два поручения, значит, выполнить парковку по улице Новикова временно. Значит, в течение недели после вашего поручения все работы были закончены, заменили ограждение, там изношенное, покосившееся. Также среди поставленных задач был ремонт проезда по улице Василия Шукшина. Сейчас работа находится в завершающей стадии. Подрядчик устраняет замечания. Уже уложен верхний слой асфальтобетона. В настоящий момент заканчиваем работу, укрепляем обочину, ставим знаки, наносим разметку. Все ваши поручения выполнены. В свою очередь, департамент капитального строительства отчитался о ликвидации логистической трудности в инфекционном модульном терапевтическом отделении номер 2 городской больницы номер 9. Необходимость размещения стационарной лестницы данного модуля отсутствует в связи с тем, что инженерное оборудование, размещенное в чердачной части данного модуля, требует обслуживания там раз в 3-4 месяца. Мы закупили лестницу нестационарную, передали в эксплуатацию. Их это, в принципе, устраивает. Вопросов их нет. Таким образом, все основные поручения губернатора оказались выполненными, либо находятся в завершающей стадии.